Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Snap от Marvel. Так, ну что у нас тут? Во-первых, надо нам забрать... Нам надо забрать что? Премиальная таинственная вариация. Так. Получить. Дазлер. Получить. Постоянно. Так, плюс 2 к силе за каждую заполненную локацию на вашей стороне. Ну, давай. Получим, Дазлер. Так, 50 кредитов мы получили. Так, один из подписчиков мне написал: Рэй, посмотри колоду на Патриоте. Во-первых, давай посмотрим, кто такой Патриот, что он вообще делает. Есть ли он у меня? По-моему, есть Патриот. Так, Адам, Морбиус. Или нет у меня Патриота? Есть Бишоп. Даже две штуки. Капитан Америки, Киллмонджер. А, друзья, Патриота нету, по ходу дела, у меня. Так что... Зато Вонга аж три штуки, блин. Спасительница. Дракс, которым мы, кстати, не пользовались. Если противник разыграл карту здесь на этом ходу, плюс 2 к силе. Давай его немножко качнем. Чуть-чуть. Фреймбрейк. Вот. Также можно на Туму тоже немножечко прокачать. Ну, чтобы не маячил он у нас перед глазами своими вот этими вот вспышками. Чаровница. Так, профессор. Вижн. А профессор? Профессор дает нам две. Он становится трехмерным и дает нам две в плюсе. То есть мы получаем с тобой хранилище. 200 кредитов. 200 кредитов потратили, 200 кредитов получаем. Анимированные. Так, еще 50 кредитов. Итого у нас 130. 130 кредитов. Кого тут можно еще? Лидера. Давай лидера улучшим. До бустеров может добраться как-то, я не знаю. Этого качнем. Сотку аж берет. А, он дает нам два, да? Два очка. Чуть-чуть нам не хватит. Ладно. Ну что, ребят. Какая такая музыка. Ну что, поехали, ребят. В прошлой серии я нахватал звездюлей от наших противников, потому что я был немножко под шофе, сам понимаешь, затуманенный разум и тому подобное. Икс Джеж, лучший друг профессора Икса. Черт, это что за колоду я взял твою налево? Обменивайтесь руками в начале 6-го хода. Так. Тому, кто здесь имеет больше карт. Такс. Так вот сделаем.
Колос. Ну, давай, наверное, вот так сделаем. Дедлок. Обменивается руками. Блин, если сейчас хорошую карту вытяну, я... Блин! Последний ход. Прикинь, ему, блин, нас... друзья мои. Что сделаем-то? Закинем ему, наверное, гранату замедленного действия. Ай! Я забыл! Забыл, ребята! Вот это я лопухнулся, друзья. Вот это я лопухнулся. Я совсем забыл вот про это-то. 100 очков получает команда, которая имеет больше карт. Это же надо было такому. А я бы, если бы... Блин, мне не надо было сделать... Мне не надо было, знаешь, что делать? Подожди. Колода номер 13. Почему 13-ты? Это вообще не та, ребят, колода, которую мы играем. Я ошибся с выбором колоды. Если здесь... Так, добавляет руку, копию в руку противника. Копию в руку противника. Давай сюда поставим. Мир машин. Так, на шестом ходу нельзя будет перемещать карты. Ну сюда дедлока надо будет ставить. Он мне копию дает. Давай сделаю вот так и вот так. Так, Джубили. Что он там? Понятно. Если на сбросах. Вот кого он сейчас мне тут скинет? Кого он нам не даст? Мне интересно, агент. Так, понятно. Киллмолджер улетел в трубу. И у нас последний ход. Можно перемещать вправо. Давай посмотрим, фиг с ним.
Эта локация будет 100%, наверное, наша, скорее всего, друзья. Так, а ты, это поздно, ты, парень, занялся этой ерундой. Негатив. Какая-то несуразица у него здесь, если честно, ребят. Вообще. Колода. У меня тоже колода. Не особо такая хорошая. Что вообще мы взяли за колоду? Вот это должна быть колода у нас. Может быть, взять премиальный пак, а? Который нам там... Просто посмотрим. Ну... И на кого ты мне дашь? Вонг. Да. А, тут вон что, оказывается. Домино. Так. Разыграл. Здесь мы забираем вот эти вот. Ну что, поехали. Это же у меня колода основная идет, ребят, на сбросах, насколько я помню. Джордан, нужно пить больше воды. Если у вас нет косушей, хорошо. Так вот я сделаю. Почему он поставил туда Карнейдж? На одну локацию вправо? Вправо? Сюда получается, да? Так, ты же скидываешь самую дорогостоящую карту, насколько я помню. Геликарьер, пожалуйста, сбросьте. Будьте так любезны. Точно? Да, с наибольшей текущей стоимостью в руке. Геликарьер потеряли, три карты получили. Обменимся руками в начале 6-го хода. Так, когда эта карта возвращается в вашу руку, получает один кси. Возвращается в начале каждого хода. Ну давай так сделаем. И вот так. Обмениваться руками. Мне нужно, ребят, вот этого реализовать. 3, 2, 5. Переместились, да? Ну что? Возвращаем геликарьер, получается, туда. И вот так вот. Эй, блин, Блейда забыл поставить. Куда он геликарьеров вернет? Сюда. И последний ход, ребята. Так. Ну что, блокируем тогда здесь? Да. Уничтожил парень карты все свои просто в пух и прах. Зачем он это сделал? Что?
кто он? Странный тип, конечно, странный. Тут ничего не скажешь. Так, ну что, мы получаем 100 золота. Итого у нас 390 золотых. Ну что, едем дальше, пока работаем, ребята, на сбросах. Да, хотелось бы посмотреть, что за патриот, что он там из себя представляет, колода эта, но пока никак, ребят, не могу. Я чувствую, что этот хмареныш забросит мне Хеллу. Ну давай, я на свой страх и риск, друзья. Надо же. Не Хеллу. Покажу, какая есть... Это подстава. Добавляет по случайной карте игроку. И если мне не выпадет сейчас Карнейдж, с наибольшей текущей стоимостью в руке. Стоимость у нас у Хеллы. Морбиус как-то вот не в тему. А, он заменяет. Хитрозадый. Давай сделаем так. Улетело, да? А вот, друзья мои, и Карнейдж явился, не запылился. Последний ход, ребятушки, последний ход. У нас сброс был, сброс был. Мы скидывали кого? Я уже не помню, кого мы там скидывали, но сейчас попробуем вернуть. Подожди, или не было у меня сброса? Был. Ох, ох ты, ох ты, какой нерадивый, это посмотри. Друзья, ну что, тут опять за нами победа. Так что вполне нормально. Вполне неплохо причесываем наших врагов, ребята. Так, 50 кредитов получаем. А тут-то что? 200 кредитов нам дают за 12 ранг. Железо. Я так понимаю, там у нас грядет какая-то, ребята, новая колода, да, построена на Локи, судя по всему. Так, берем бустеры наши. 10 бустеров, ну давай. На Кло. А в хранилище новый титул. Штаны. Оснастив свою лошадку, похвастаюсь штанами, что ли, я должен хвастаться? Вы серьезно? Штаны. Так что за титул такой? Штаны. Ритузы, ё-моё, давайте назовем тогда. Чё штаны, блин? Или подштаники, в конце-то концов, блин. Штаны.
Отчислен из университета Empire. Ну и так тебе и надо. Так, мне бы опять же, ребята, нужно не то. Вот сюда бы, ребят, блин, не помешал бы Killmonger. Серьезно тебе говорю. Давай сделаем так. Ой, Killmonger, ну он Carnage. Так. Сюда нельзя добавлять карту. А где мой-то Carnage? М? Может быть, Дедлока действительно, ребят, нам добавить сюда, я не знаю. Вот он, родной мой. О, как делает. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Что будем делать? А этого парня сюда ставить, что ли, надо будет? Или как? Я боюсь, он хилу опять скинет. Скидывал бы лучше бы геликарьер. Ну не хилу. Кто это? Ну, естественно, ребята, естественно, он вырубает Хеллу, блин. А других вариантов нету. Сиф уничтожила, мы с тобой вот так. И победа опять же, ребят, за нами. Опять у него какая-то колода несуразица, если честно, ребят. Ну, полнейшая бредятина, которую он там сделал. Ну, это его дело. Это его дело. Мы, главное, победили. Так, возьмите карты. Возьмите карты, возьмите карты. Что Локи там? При раскрытии заменяет карту. Интересно, я не успел прочитать просто на что и куда он там заменяет. Тебя что ли можно прокачать? Ну да, можно его, ребят, прокачать. Новая рамка, все дела. Человек улей, блин. Человек улей. Ури, ури, прием, ури. Блин, слушай, вот эта штука вот. После того, как разыгрываете здесь карту, заменяет ее на карту из вашей колоды. Один раз за ход. Как бы, в принципе, неплохо. Но не для колоды на сбросах, ребята. Он может нам... Так, извини меня, подменить. Что не нужно, так скажем. Главный тайник-то вот он, ребятушки. Совсем, совсем близко. Прям практически можно рукой поддать. Но улучшить карты. Еще три карты улучшим, и мы возьмем награду. Таргишой. Ну и чё? Ох ты. А что он у нас делает? При раскрытии сила этой карты становится равной силе последней разыгранной вами карты. Если эта карта раскрыта, находится на локации. Угу. Рискованно, конечно, ставить этого парня, но я поставлю. Давай только не Леди Сиф, пожалуйста. Ну, этого ладно, этого можно.
Добавляет карту монстр. Давай так сделаем. Дагер. Образно перемещается в другие локации. В какие другие локации перемещается? Он, короче, хочет занять вот эту, ребята, позицию, я так понимаю. Так, подожди, мы так Хэллу с тобой скинем. А в принципе... Да и пускай скидывает. Мы ее с помощью призрачного гонщика вернем к себе. Санспот. Сейчас посмотрим, как этот таскмастер работает. Ты мне чё вернул, блин? Твою ты жидень, а? Ну, смотри, что он сделал. Ребята, ой, жидкарь, ёпарасете. Я тут проиграл, он сейчас любую карту поставит, и все, ребята. Я забыл, что мы с тобой скинули вот эту карту. Понимаешь? Выиграли. Мы... Да, ребят, мы выиграли, прикинь. Две локи наши. Офигеть. Я только одного не понял. Почему Морбиус у меня получил столько? Плюс 6. А, подожди, что? Плюс 2 к силе за каждую сброшенную вами карту в этой игре. То есть даже не имеет значения, что он у меня в руке находится, я сбрасываю карты, и он все равно, ребята, плюсуется. Я-то думал, что он плюсуется только когда лежит на столе рабочем. То есть, ну, когда он стоит на столе, в этом случае он плюсуется. А он, оказывается, не имеет значения, в руке у тебя или в этом, он все равно получает. Шикарно. Это шикарно. Так, сезонный пропуск. Что я там заработал на сезонном? На сезонном пропуске дайте мне, пожалуйста, глянуть. Еще 200 кредитов. Итого 605. Так, у меня хотел прокачаться кто-то. Я помню, ребята. Помню, кто-то хотел прокачаться. Корнейш, ты как? Хочешь? Хочешь. Давай мы его прокачаем, друзья мои. Легендарное качество. Так, давай заберем 50 кредитов здесь. И плюс 10 бустеров тут на лунную девочку. Ну, это Moon Girl. Вот, я тебе так скажу. Морбиус 4. Подожди, у нас кто-то... Кто-то же хотел, я видел. Броня, ты сколько, 6 даешь мне? 2, нет, не та. Не та броня, ребят. Подожди, а кто же это у нас? Вот, по-моему. Да-да, друзья мои. Саблезубый. Саблезубый. 150 кредитов. Блин, совсем чуть-чуть не хватает нам. Ладно, еще ведь что-то можно, да? Можно Рина. Не хочу Рина. Давай. Блин. Слабак он. Moon Girl. Тоже плюс один. И ты тоже плюс один. Не, плюс 4. Это еще годится, ребят. До эпической подняли ее, да?
50 кредитов. Сколько там не хватает? Один до бустера. Три Джессики, блин. Ну давай, агент Колсон. Так уж и быть. Опа, 10 бустеров. Ледяной человек. Это Рина. Носорог. Так, нам не хватает буквально 3, чтобы получить еще одну, ребята, карту. Так, задание. Улучшить карты. 700 в плюсе. Жит. Немножко нам не хватает. Так, открывается через 3 дня, через 1 неделю. Локи навсегда, Локи навсегда. Глава 2, глава 3, глава 4. При раскрытии заменяет вашу карту на карты из стартовой колоды вашего противника. Они стоят на 1 меньше. Стартовая колода из руки противника. То есть стартовая колода, насколько я могу понимать, это именно та колода, которая тебе дается в начале. Вот как ты только начинаешь играть, тебе три карты в руку, да? Это и есть стартовая, получается. Грейсон. Как ты мне, блин, дорог, а? Я ненавижу, когда вот так вот, ребята, выпадает. Тут такая Фляндия. Сбросы, вот Сив. Леди Сив, где Геликарьер? А нет его. А он нужен. На этом ходу карты не раскрываются. Знать бы просто, что у него там за колода у этого Грейсона. Я уже забыл, кто мне тут. Морбиус, да? Сбрось, пожалуйста, мне саблезубого. Шишин там тебе вернет, блин, саблезубого. Он добавляет эту копию на другую локацию. Вопрос, а почему вот здесь вот не вернул он мне? Почему он мне не вернул эту, блин? Но я только так могу сделать. Вон туда. Как ты думаешь, кого он там поставил? Восемь. Один. Ну ладно. А если я поставлю вот так вот? Это два геликарьера, да, получится? Два геликарьера получится у нас. Это будет 18. А что он может сюда сверху поставить? American Chips. Я проиграл, ребята. А почему? Потому что, блин, вот сюда выпала Америка Чевис. Добавилась. Не сюда, а вот сюда именно она попала, блин. А у меня почему-то не сработал этот, ребята. Второй раз. Он должен был вернуть мне мою Хеллу.
Я говорю про призрачного гонщика. Но он, Танос был прав. Но он этого не сделал. Он просто переметнулся сюда, и все, ребята, без всяких каких-то действий. У каждого игрока здесь может быть только одна карта. Ну, Морбиуса могу сюда скинуть. Нет, мы, наверное, сделаем... Хотя, почему нет? Морбиуса поставим сюда. Белку, блин, добавляет. Белку он мне добавил сюда, ребят. Она мне тут вообще, как бы, честно говоря, нафиг не нужна была. Давай сделаем так и вот так тогда уж. Переметнул мне сюда, да, карту? Ну, окей. Какой-то бред получается здесь. Вот серьезно тебе говорю, какой-то бред. Если он мне еще сейчас призрачного гонщика скинет, ну это вообще будет красота. Нет, Сив скинул. Скорпион плюс это. Хелла ко мне вернулась. Он вернет Сив. Давай так сделаем. Гоблин мне этот вообще тут не вперся, блин. Закончили ход. Отступил. Ребят, прикинь, он отступил. А нафиг он сюда Энджелу поставил? Я не понял, ребят. Он Энджелу поставил, она вообще там просто... У меня хоть белка, блин. А он со своей Энджелой там проторчал просто. Просто проторчал и все. Впустую, блин. Ну что, давай последнюю партийку сыграем на сегодня, наверное, ребята, и будем закругляться. Ну что, колода на сбросах, ребята, хороша. Ее, конечно, можно немножко подкорректировать, у нее разные вариации есть, но меня устраивает пока вот такая вот вариация, которую я играю. Там можно еще дедлока, конечно, добавить. Можно добавить кого там? Нову. Так, на пятом ходу карты должны быть разыграны здесь. Угу. Сейчас мы сделаем с тобой прекрасный вариантик. Геликарьер скидываем. Гоблин. Так, у него Морбиус и Айцмен. Первый урок, который заполнит карту стоимостью 6. Понятно. Такс. Ну что нам надо сделать? Блин, я боюсь, и с этим гоблином и останусь тут. Давай, короче, сделаем так. И вот так. Там посмотрим. Вонг.
А зачем ему вонг? Знаешь, что я сделал? Я сделал его вот так вот. И вот так. Блин. Ну давай сделаем так уж. Блин, что я могу еще делать? У него Один наверняка, ребята, будет. Мне что-то кажется. Хейлу там чекает всех. Последний ход. Вот в этом-то, ребята, вся и соль, блин. Даже я бы... Подожди. Ну, последний ход, так последний ход, ребят. Ну, а что я могу делать? Ему этот гоблин мешает, да? Ой, как мешает. Дай-ка я снэпнусь. Все зависит, ребята, от того, что какую карту он сейчас сюда сбросит. Если он, например, Дума скинет. Что-то уж больно как-то много он тут карт накидал. Киллмонжер. Ну хорошо. Сделал он так. Смотрим, что тут у него выпадает. Нифига тебе, парень, не вышло. Гоблин, ребята, ему здесь как поперек горла встал. Как кость. И все, и... Пык-мык, пык-мык. А ничего не вышло. Так что, ребят, колода рабочая. Выглядит она вот таким. Нет, ребят, не таким. А выглядит она вот таким образом. Вот, вот она, эта колода. Я бы с удовольствием бы взял бы сюда бы еще один бы геликарьер, если бы он у меня бы был. И заменил бы, наверное, скорее всего, на Саблезубого. Или же на Блейда. Но, скорее всего, на Саблезубого. А может быть, даже убрал бы Дэдпула, потому что Дэдпул, ну, он должен именно идти с раскачки, ребят. Он должен идти с раскачки. Вот Небула, что она делает? За каждый ход, на котором противник не разыгрывал карту здесь, за исключением хода, на котором вами была разыграна эта карта. Почему-то говорят, не было топ. Но у нее одна энергия, ее любой киллмонжер там, или кто у нас там уничтожает единички, оно ее может просто в труху уничтожить. Ты ее прокачиваешь, 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 а потом бац, все. Тем более у нее постоянный эффект, да? Где она? Черт, я ее потерял. Если у нее, ребята, постоянный эффект, то ее чаровница может опустить также до 1-1. Тут даже не написано, на постоянный эффект это или нет. Ладно, друзья мои, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!